И свет, поехали, начали! А куда я смотрю? Душа моя, ну добрый привет, день, ну добрый привет, день. Привет. Ну как ты? Ну, тебя видела, уже стало лучше. О, и у хотя меня это ты. Не точно. У нас еще будет время с тобой шкуру потереть. А чему на державную? Ты хочешь державную? Я хочу державную. Ну, давай державную. Давай. Ти знаєш, що ми зараз будемо робити? Правила шоу дуже ізі. Дві зірки виконують перероблені пісні на відомий мотив. Головна мета – насмішити один одного. Хто більше разів засміявся, той програв. Але це формальність. Приємного перегляду. Да, ти знаєш, як називається наше шоу? Дуже смішні пісні. Так. І ми на зміні ведучі цього шоу. Ми ж на зміні ведучі цього шоу? Ні. Як ні? В смислі, блядь, ні? Ну, рішити. То есть мы не постоянные ведущие этого шоу, а нахуй меня сам позвали? ДСП. ДСП. Как это расшифровывается? А. Это капкан, да? Дупа. Дуже. Дупа. 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 Сиська. Сиська. Писька. Бомба. Дупа, сиська, писька. Бомба. Охуенно. Ми не зміні ведучі цього шоу. Этого так точно. Ну. А що зараз робити будемо, ти знаєш? А, да, ми зараз будемо петь. А чому не на державній пісні? Що ми будемо петь зараз друг другу пісні, на мотив уже известних каких-то пісень? Ну, сміятися нельзя. Нельзя? Кто-то сміється, тот пидорас. Ну що ви, пидори, блядь, собрали? Що ви, пидори? Погнали. Смешные песни! Ну давай, кто начнет? Я предлагаю, чтобы ты начала. Ну давай, конечно, ты кончишь. Сегодня плохо. Мама малесенькі долоньки, монатіка дімоньки, ніжніші за все. Такой писечный щекотун. Боже, Дима, прости! Яка ти козачка, який ти козак, якщо ви по черзі пердолітесь взад. Так, хто мене слил, я не можу зрозуміти. Як ви узнали? Сука. Відправила меседж, з піздою на весь сатрам. Відправила меседж, звичайно в телегу радакам. Бля, какой ужас, нахуй! Мама, я взрослею, ебать! Ебать! Класс! Так, ты готов? Да. О, блядь, это моя короночка. Я посвящаю эту песню тебе. Правда? Да. Ты не врёшь, сейчас без пиздежа, как всегда, нет. Давай. Я самый честный человек, ты новости смотришь? Так. Бьется сердце. Клизму набираю 10 литров, жопу разрывают пробки, бусы, плоскогубцы, шпоры, в анус лезут всякие приборы, просто такая сильная любовь. Блять, кто за вымтехом? Бомба! Что бомба, блять, готовься, бомба! Бомба, нахуй! Хуй мій давно не стоїть, примотаю спицю, царапаю членом манду, молоді вовчиці. Єбать, випускной, мой випускной, нахуй, ти що гониш, блядь? Вау, єбать, у вас тут хорошо, ти що, вау. Мені понравилось. О, я на такое каждый день готов ходить. Это понравилось. Було в тебе красиве їбало, я б тобі як дала. Мась, не сьогодні. You never know, never know. На кого дроча зоофіл Антон? Пес-патрон, пес-патрон. У меня короткие, но заебатые, блядь, заебатые. Блядь, охуенное шоу, мама будет мной гордиться. Мама, ты говорила,
Вот она, популярность, блядь. И вот где она. Вот, пожалуйста. Вот с кем я сижу. Кто это, кстати? Так. Щоб не було мені боляче, не треба всією долонею. Я нежная просто, понимаешь? Я же девочка. Подожди, мне надо это переварить, ебать. Пальчиком, пальчиком. Ебаш. Лирики, немного лирики. Давай, давай. Спи собі сама, якщо пустила ти шептуна. Но с тобой бы я спал, даже если б ты нормально навонял. Честно, Ань, ты знаешь, блядь. Знаешь, как говорит, скажу словами великого классика, кто нанюхал, тот набздюхал. Твой запах, ты чуешь за сотню за мэр. Дуже смешней. У мам дома на куни так хорошо. Блядь! Ебать! Это мое последнее шоу. Ебать! Которое да, я с мамой отношения ты наладишь. Стопудово, блядь. Следующая передача «Говорить Украина». Здравствуйте, я Налухим, хочу извиниться. Про бывшего пою. Батька класний чоловік, збоку чує жінки крик, тихо грає він футбол, дресерований куколт. Ти знаєш, що таке куколт? Я тебе розкажу. Да. Это мы ебемся, а он смотрит. Да, вырасту, стану большим и сильным, это предложение, и буду. Это было предложение. А куколт — это охранник музея вообще. Я что-то не то сказала? Вы что, меня наебали? Это не охранник музея? Кто писал эту программу? Чё, хуели, блядь? А чё, блядь? А чё охранник музея? Ну, кукол, да, они охраняют куклы здесь ночью. Нет? Нет? Ах, вы ж, блядь. Хорошо. Вау, блядь, просто вау. Родительский дом, начало начал. Так в интернате концерт я начал. Я знала, что эти домовские, блядь. Я, да, блядь. Я подкидыш страшный. Фух. А, будь ласка, не ебить без маски, пацаны. Поплевали и погнали. Что? Я, ну, я новый министр культуры, блядь, Украины. Фу, я тебя не могу. Басту слухаешь ты знову. Потім заспівав Кіркоров, і під Лепса вип'єш ти вина. З'їж говна, з'їж говна! А от стара добра класика. Зараз по класиці пройдемося. Старі ті вібратори на стіл поклади, бо добре чи зле з тобою завжди в мені. Я, між прочим, на пробочці сижу. Сексуальна небезпечна. Господи, горіло, ні? Пожалуйста, извините, вырвалось. Да бывает, я чую. Был майский вечер, я смузи пил, и тут ракеты хуйло пустил. Было кринжово идти в подвал, я ПВОху всю ночь снимал. Все штаны в говне, по бокам конвой, СБУ ведет под сиреной вой. Хотел камерой снять хитовый блог, теперь в камере лет на 8 лох. И кто выиграл, блядь? Я. Хорошо, я согласен. Я полностью согласен. А какой будет приз? 10 литров клизмы! Я на самом деле... Слушай, ну мы тут про кринжатину, про все вот эти неприятные вещи, но про завершить... Кого? Это все. Неважно. Это вот то, что охраняет охранник музея. Но завершить мы должны это все вещами приятными, Ань. Я хочу подарить тебе цветочки, моя Боже, девочка. Боже, на колени. Моя любовь. Спасибо. Моя любовь. Это все тебе. Спасибо большое. Это все для это тебя. Все? Да, это все для тебя. Это... Поворачивайся, блядь.
в Днепр не еду, братан! Я уже не еду никуда! Я не рукопожатный! Я тоже, ты знаешь, как бы не с пустыми руками пришла, как говорится, и в этот прекрасный день, благодаря такому партнеру, как ты, я решила подарить тебе что это. А, я слышала, у тебя новая тачка, охуенная. Это, бля, я не... Охуенно, нахуй! Я мечтал, ты что гонишь? Вау, блядь! Вау, Вася, я сидел на сакарнах! Так просто его, сука! Что вы тут, блядь? Ебать, люди приехали по бизнесу мотаться, слышь, блядь? Капуста, помой сраку, нахуй! Ну вот так вот мы с тобой сейчас и поехали, короче, да? Спим, спасибо. Смешнее.